«За бессонные ночи и любовь». Ордена матери удостоены 5 бобручанок. Иметь большую семью – настоящее счастье. Оксана и Сергей Новикевич знают это как никто другой. С первого взгляда, понятно, между родителями и детьми царит взаимопонимание и теплые отношения. Заботливые мама и папа души не чают в своих ребятах. Стараются дать подрастающему поколению все самое лучшее, чтобы те стали хорошими людьми. Очень приятно, конечно, было получить такую награду. Мы вообще ее долго ждали. Как сказали, нам в годик ее дадут, ну, уже 1,7 года ребенку. Дождались, в общем, приятно очень. И такое было награждение, выступление, все очень понравилось, все красиво. Слова приятные сказали. В общем, ну, муж за меня очень сильно гордится. Да и мама, и все, в общем, все очень рады. Подход моей жены, вот она умеет, хоть не психолог, но она подход имеет к детям. Вот она объяснит им, расскажет, и в конце концов они вместе садятся, там обнимаются. Она дает понять о том, что на самом деле каждый момент надо ловить. Ну и мы, в принципе, все время вместе и пытаемся все делать вместе. Без награды не осталась и семья Кот. Екатерина и Андрей воспитывают 3 сыновей и 2 дочек. Каждый ребенок уникален по-своему. По характеру дети разные, но заботливые родители ко всем находят особый подход, помогают ценными советами и раскрывают таланты в каждом. Любви и заботы здесь хватает на всех. Сыновей мы воспитываем, чтобы защищал, помогал более где-то с папом, что-то и ремонтируем, и показываем, все делаем. Ну, а девочки по дому маме что-то. Такое, приготовить, убрать. Расти детей – это не только бесконечная радость, но и великий труд. В нашей стране создают все условия для поддержки семей. Сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособие при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании, здравоохранении. Мою принципиальную позицию вы знаете. Страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум 3 детей. Многодетные семьи – это наш основной демографический ориентир. С другой стороны, это тяжелый ответственный труд, и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для нашего общества. Для каждого человека мама – святой образ. Великие женщины заслуживают большого уважения, ведь воспитать, поставить на ноги маленьких непосед – огромная работа и ответственность. Но главное – любить и поддерживать друг друга, ведь дети – это будущее Беларуси. Никита Швайковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360.